Всем привет! Мы приехали сегодня в, ну, в другой город, поехали специально в аквапарк, да, папа? Папа у нас уже в купальных шортах. Сейчас мы пойдем в Макдональдс. Нет, не нужна, в Макдональдс. Да, Сереж, все, папе отдай. В Макдональдс пойдем покушаем. Три гамбургера. Я так давно не ела. И после этого мы поедем в аквапарк, да? Пошлите в Макдональдс. Так, где тут Макдональдс? Где-то мы его мы специально остановились возле Варуса. И где-то вот здесь вот Макдональдс. Сейчас зайдем, покажу. Так, мы себе что уже выбрали? Что-то мы себе выбрали. Сейчас. Ой, возьми, пожалуйста, мне вот этот номерок. А не тебе, что я поняла? Номерок. Какой у нас номерок? 228. Мы долго стояли, ждали свой номерок. Вот у нас был 9928. Дима уже подошел, просто он никак на экране не появлялся. Ему сказали, если вы взяли номерок, номер вот тента написано, ну, стола, да, вот этот вот номерок, то вам его принесут, весь ваш заказ. Мы тоже так удивляемся, как нам. Нас будут бегать искать по всему Макдональдсу. Но нам сказали, не стойте, вам принесут. Вот мы сели. Кстати, вот детская площадка рядом, а она закрытая. Ой, да, детки? Ну, мы сейчас поедем в аквапарк. Там много. Да? Ну, конечно. Ждем свой заказ. Принесли наше замовлення. Нет, это не твое. Твои вот чизбургеры. Наши с папой мы брали такие бигмаки какие-то. Бигтейст или бигмаки. Так скажу. Сергей, сейчас. Вот картошка, которую ты хотел. Бигмак бекон. Картошка фри. Соус. Приятного нам всем аппетита, да? Сережа, соус. Будешь бургер? Настя, вкусно? То, что ты хотела? Мы еще такую взяли картошечку. Интересную. Не фри, а вот такая вот она. Тут два разных соуса. Вот этот сырный, это чесночный. Сережа, пусть оно тут лежит. Бери отсюда и кушай. А еще лучше чизбургер поешь. Все, давайте, приятного аппетита. И едем в аквапарк, да? Мы доехали, машину поставили, конечно, так далеко. Потому что один раз проехали, не нашли рядом с аквапарком, он там, не нашли вообще никакой ни стоянки, ну, ни одного свободного места. Поэтому пришлось машину подальше поставить. Смотрите, кстати, тут так красиво, такая набережная. Я уже говорю, можем не идти в аквапарк, а на самом деле здесь набережная, там пляж есть. Вон люди отдыхают. Я говорю, мы сейчас посмотрим, какой там аквапарк. Да, там... Дима говорит, сейчас посмотрим, какой аквапарк, если аквапарк. Что там одно название аквапарк. Дети убежали. Мы пойдем на пляж, на набережную. Ой, слушай, как тут классно, смотри. Цветочки. Я тут, кстати, вообще не была. Люди купаются. Ну, вот, кстати, тоже вот смотри, места. Какая лампочка. Ага. Смотри, места, да, можно было здесь. А, конечно, а так. Подъехали, и не было бы места. Там, конечно, такая очередь в тот аквапарк. А, народу, наверное, будет много. Дети вообще с этой убежали. Дима. Настя, вон крокодил. Там фонтан. Красиво. Интересно, там есть такой пляж? Тут есть. Да, я видела. Вон там вот получается, где аквапарк. Я видела фотографии сзади. Там получается пляж. Да? Ну, нет, это не аквапарк, ну, а то есть обычный. Тут, конечно, такое движение, это ужас. Все спешат. Все понтятся друг перед другом.
Да, машины дорогие. Ладно, идем. Так, мы уже стоим в кассу. Аквапарк. Сережа, пойдешь нам кататься? Я не пойду. Зашли, разделись. Хотя, Сережа, давай, наверное, ты одень футболку, ты сгоришь. Или давайте я вас помажу. Я так помазала. Пошлите теперь на горки, да? Что тут? А нам папочка? Нет. Настя, вон там, не тут. Вот там. Где наши эти? Нет, пошли на большую горку. Саня! Пошлите на большую, что вы на маленькие? Так. Они молодцы, то, что вот тут вот это. Да. Смотрите, как прикольно, да? Как будто по травке идем. Ну, бегите, Настенька, ну что ж я вас уговариваю. Ну да. А скажите, я там еще просто кто-то покупала слово? Да. Если вас здесь нет, то вон вот этого подъема на лестнице, там уже нет, да? Почему? Давай, езжай. Сережка застрял. Так, мы уже взяли вот эти покрывальца. Да. Как вот красиво. Точно в пляж не ведет. Давай тогда ты первая. А, там давай. Пляж. Да, сейчас Настя будет у нас, да? Мама, садись. Посади. Мне с телефоном сказали нельзя. Ну подойди ко мне. Мне сказали... А? Не волновайся. Мне сказали, с телефоном нельзя. Поэтому давайте залазьте вот сюда, вот на вот эту горочку. Настюш, давайте. Вон моя Настенька. Настюша! Настя! Настя! Диме негде оставить ключи от машины, документы на машину. Поэтому у нас папа просто сидит, караулит вещи. Давай еще на это. Настюша, Настенька, а вы идите вон на вот эту вот голубенькую горочку. Давай, давай еще раз на нее, давай. Давай на эту. Папа, сюда иди. Это детские сыны. Люди, да вон же люди! Здесь поднимается.
поднимает. Давай, ручку, пошли. Вика, так, все, тогда пойдем. Давайте, Вика. Сережа пешком доходит все эти горки. Настя, поехали. Она очень страшная. Да, Настенька, тут уже пофотографировались. Давай, какой хочешь. Я на синюю пойду. Ну давай. Я вижу, что Леша, я на синюю. Это детский горки. Ну что, видела, видела. Давай, показывай, как ты плаваешь. Да. Такой аквапарк. Сейчас папа пошел кататься. Я на хранении документов. Главное, детям праздник. Я тоже первым делом сказала, почему там купаются, но он сказал, что они сейчас уберут, поэтому... Я еще пришел, и начал обучать. Ресторан-пивоварня. Там дальше VIP-зона. Ну что, круто? Сейчас уже наши наверху стоят. Я смотрю, Сережу меряют на этом. Рост меряют, чтобы не ниже 1.20 м. Но у него как раз 1.22 м где-то. Вон уже Сережка садится. Что, Сережка у нас первый поедет? Я думала, они все втроем. Так, Сережка, Настя, папа. Сережка поехал! Ку-ку! Привет! А, круто! Вообще не страшно? У-ху! Наш папа! Настенька! Сереж, а тебе как, Сереж? Сережу проверяли на рост. На рост и как, да. Сережа, рост? Ну, 120. Не смогли не пропустить. Очень хотели, но не получилось. Да, ну все, идите, бегите еще раз. Смотрите, как папа стоит и завидует людям, которые...
территории за аквапарком. Бесплатно. Бесплатно. Давайте я это все покажу. Если сейчас уроню телефон, придется тоже выходить. Смотрите, как тут круто. Ну, так убери я оттуда телефон. А? Ну, тут и не перелезешь. Дима. Это всегда так, понимаешь, кто здесь завидует тем, а кто там завидует этим. Это правда. Постоянно зависть, круговорот зависти в природе. Что, идем? Ждем пиццу. Мы заказали неаполитанскую пиццу. Правда, с коробкой почему-то нам сразу пробили. Ну ладно. Тут у нас вермишель с отбивной. Да, я схожу, узнаю. И окрошка. Ой, холодная, кстати. Что, вкусно, сыночек? Приятного аппетита. А мы ждем пиццу, да, Настя? И папа нам уже принес пиццу. Ну что, открываем? Та-дам! Ого! Будем кушать пиццу. Все, приятного нам аппетита, да? Все, мы уже вышли с аквапарка. Вышли на набережную. Тут на самом деле мы на набережной и стоит этот аквапарк. Сейчас занесли все наши эти пакеты, сумки. Машину поставили. Сами идем на семейную фотосессию. Я попросила Диму детей сходить и сделать семейные фотографии. Так что пойдем делать семейные фотографии. Правда, у меня вообще косметики, ничего нету, все в аквапарке. Я буду вот так вот. Так что, ку-ку. Самокаты? А это ж сыночек на прокаты. Берут люди, покупаются и оставляют. Сколько недель? А каждая минута 2,50 стоит. Я оставляю. Как красиво, посмотрите. Сейчас я все покажу. Я всегда заснимаю, ну, местность, как бы, природу, город. Нас никогда поймут. Ландшафты местные, да? Да, природа и город. Ландшафты местные. Где там наш Сережа? Сережа, передавай привет. 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 Кстати, смотрите, мы только обсуждали с Димой, какие тут классные дома, вот эти дома. Потому что они, у них, ну, особенно окна, которые сюда выходят, окна на речку, на такой парк красивый, на детскую площадку. Ну, правда, шумно, наверное. Ну, хотя шумно от того, что еще вот как бы дорога такая и очень оживленная. Но, тем не менее, вид, я думаю, людей очень красивый. Я думаю, квартиры капец какие дорогие, да? Я думаю, да. Куда пойдем фоткаться? Ну, наверное, живут. Так, вот я уже перевернула камеру. Вот там детская площадка, очень красивая. Вот эти, кстати, пуфы. Тут пуфы по 25 гривен. Только я не понимаю, это один пуф 25 гривен или, конечно, наверное, один, да? Один пуф 20. Ну, хотя вот смотрите, люди вышли, сидят. Прикольно, да? Я только Диме говорю, мне очень напоминает, как в Стамбуле, да, вот, да, вот оживленно. Да. Вот у нас в городе, у нас, ну, как бы маленький, провинциальный, у нас такого еще нету. А вот тут вот люди вот сидят, отдыхают. Как, ну, это модно сейчас говорить, чилят. Сделали, да? Человеческий парк. Да, и все, вот есть где погулять. И детскую, вот смотри, мы идем, такая детская площадка. Ага. А мы будем где-то здесь, я не знаю. Да, но только что поставить на ту штуку и фотографировать, это мне надо было брать свои часы, телефон. Все, никакая фотосессия у нас не получилась. Детки безумно уставшие, они вообще не хотят ни фотографироваться, ничего. Они хотят домой спать. Ну, одну фотку я сделала, ну, не знаю, такая фотка. Хотя тут так красиво, тут так фотогеничное такое место, вот посмотрите. Куда ни станешь, очень классно. Но мы уже будем ехать домой, тем более нам ехать долго. Нам еще сколько? 2 часа, да, ехать в дороге? А это уже когда будет ночь? Да. Поэтому все, на сегодня все, будем прощаться.
Все, детки, пока-пока. Пока-пока. Я, конечно, зря попрощалась, потому что мы только выезжали с набережной, дети попросились, покушать захотели. И мы заехали опять в Макдональдс, набрали тут себе всего. Сейчас... Хорошо. Сейчас стоим. Какой у нас номерочек там? 649. 649. О, уже зато уже появился 649. Сейчас первый раз буду есть ролл с креветками. Что-то замороженное, смотри, какое-то красивое, да? Так, а что вот тут в Happy Meal за игрушки? А? Смотри, мне вот это, посмотри, интересно. А была сегодня еще, помнишь, девочка? Да. А. Так, что мы тут себе набрали? Я себе ролл взяла с креветкой. Дима себе крыльца взял первый раз. Сереже взяли картошку, он попросил. А Насте чизбургер и какой-то маракуйя. Короче, все вместе почти 300 гривен, да, опять? Он еще горячий. Горячий? Ну, это хорошо. По столу не тянули пакетики. Давайте, кушаем, детки. Сережа, бери цвета. Картошку. Ты же просила, да, картошку? Держи. Это твое, это твое. Да, я первый раз попробую ролл, да? Ну все, приятного нам аппетита. И уже, наверное, на этом точно все. Будет всем пока. А вот это, кстати, картошка фри очень вкусная. Ну, не картошка фри, а большая. Все, приятного аппетита. И дорога домой двухчасовая. Да, еще...